Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и его пригороды. Но опять-таки сегодня мы путешествуем, и мы находимся в городе, который называется Clearwater. Город находится на побережье Мексиканского залива, в районе Тампы, можно так сказать. Это где-то около 25 минут езды от Тампы, южнее. И в этом красивом городе Clearwater с белыми песчаными пляжами есть такой остров, который называется Treasure Island, то есть остров сокровищ. И мы сейчас находимся в части острова сокровищ, который называется Paradise Island, то есть райский остров. Райский остров на острове сокровищ. Мы сегодня покажем, как мы вам и обещали в предыдущем выпуске, покажем дом Юли, у которой мы брали интервью в прошлом выпуске, интервью по ипотеке. Юля, она брокер по ипотеке, живет она в этом красивом, белоснежном, ну просто невероятном доме. Вы сами в этом убедитесь. Но давайте я быстро пройду по цифрам. Какие-то будут дополнительные вопросы у меня, у Юли в процессе просмотра дома, мы будем тоже задавать. Но дом ребята купили в 2021 году, в феврале месяце, за $1,5 миллиона. В доме 3200 квадратных square feet, пытаюсь вспомнить. То есть перевод на метраж, это где 310 квадратных метров. 4 спальни, 4 ванных. Здесь нет HOA. Дом, кстати, построен из блока, причем даже второй этаж. Полностью блочный дом. Очень много нас сюрпризов будет ожидать. Я сейчас не буду выдавать секретов всех. Это мы все увидим по мере просмотра дома. А сейчас пройдем и встретим очаровательную хозяйку этого дома. Смотрите, на входе в дом нас встречает фонтан. По фэншую все. Дом белоснежный, он полностью такой яркий, светлый, солнечный и пляжный. Так, сейчас нам надо... Позвонили. Не могу дождаться. Здравствуйте! Привет, Надюша! Привет. Заходите, добро пожаловать! Располагайтесь как дома, покажем вам, сделаем обзорчик дома. Друзья, вы уже видели Юлю в предыдущем видео. Вот она теперь нас проведет по своему дому. Приглашаю вас в гости. Спасибо. Так что пойдемте посмотрим. Значит, здесь мы зашли в дверь, мы попадаем сразу в открытое, огромное помещение. Это просто такой open floor план. Я просто обожаю. Да, я просто тоже обожаю. Красивая белоснежная кухня, белый рояль. Боже мой! Боже мой! Юля, а ты играешь? Да, я играю. Раньше я играла много, когда ходила. Ты можешь что-нибудь нам сейчас? Сейчас что-нибудь, коротко что-нибудь сыграю. Чтобы мы поняли, что это не только мебель. Что кто-то им пользуется, да? Здесь у нас открывается белоснежная, огромная кухня, огромный остров. Юля, ты, наверное, здесь занимаешься кулинарными поединками. На самом деле вид обманчив по поводу кухни, но, может быть, и меня тоже. Потому что я, честно признаюсь, я не готовлю ничего, кроме завтрака. Потому что... А чем же вы питаетесь? Хорошо, что нам очень повезло, у меня недалеко мама, она у нас любит готовить, так что мама часто нам приносит покушать на обед или на ужин. И еще мы очень хорошо умеем пользоваться, да. Uber Eats, ну или ходим в рестораны, нам очень нравится ходить в ресторанах. Но у вас здесь очень такая интересная ресторанная жизнь, да. Очень много ресторанов и буквально... Большой выбор, что захотим, все можно найти. Сифуда очень много, да, морепродуктов, потому что вы живете прямо на берегу. Кстати, но я бы, наверное, тоже не готовила, если бы я здесь жила. Кстати, про морепродукты мы съездим. Сегодня я вас повезу в ресторан на лодочке. Хорошо. Не сама, а попрошу своего супруга, который будет капитаном. Капитаном? Да, и вам покажем, как мы так, давайте иногда ездим по ресторанам. Давайте быстрее. Быстрый обзор дома. Я шучу. Время у нас пока есть. Но давайте посмотрим на твою кухню. Плита газовая, вытяжка. Прям вот здорово на плитой. Хорошая вытяжка висит. И такая плита на, боже мой, раз, два, три, четыре. А здесь комфортки. Ты, наверное, даже не знаешь. Но здесь для монгольского барбекю есть специальная установка. Серединка ни разу не пользовалась. Очень большая плита по размеру. Это встроенная бытовая техника у вас, да? Можно взглянуть? Да, конечно. Вот холодильник, он встроенный. Даже не знаешь, в какой шкафчик заглянуть. А так хочется, да? Здесь у вас посудомойка, я уж не буду, наверное, это все открывать. Это частный дом. Посудомойка, холодильник, все это встроено. Очень большая, красивая кухня. Я очень люблю готовить. Очень. Для меня приготовить еду, это вот реально какой-то стресс-релиф. То есть это... Когда такой тяжелый день, и вот чем день был тяжелее, тем у меня будет ужин вкуснее. Да. Я не знаю, это мое, да. То есть, а если у меня был хороший легкий день, наверное, и ужина не будет. Я, честно говоря, лучше пойду поработаю, чем готовить на кухне. Не знаю, почему-то вот не мое, вот с самого начала было не мое. Ну ничего, зато ты хорошо работаешь. Да, кто-то хорошо ест, а кто-то хорошо работает. Да. Ну да, очень такое хорошее, открытое и белое, такое белое помещение, светлое, да. Большие окна, вид на фонтан. Здесь вид на фонтан, там вид на залив. Вообще, ну не кухня, а мечта. Да. И по планировке, чтобы понять, как где комнаты находятся, с этой стороны находится детская комната, сверху master bedroom, хозяйская. И на той стороне дома находятся еще две спальни и офис. Но мы же заглянем туда? Конечно. Юля, скажи, пожалуйста, вот полы, кухня, ну вот это ваши уже решения были после покупки? А, знаешь, нет, мы уже купили, уже с ремонтом. Да, прям ремонт такой, который нам нравился. Единственное, что мы поменяли, мы поставили... антиураганные окна, по всему дому. По всему дверь. Да, это не дешевое удовольствие. Очень недешевое. Тем более у нас их так много. Когда вы покупали 2 года назад этот дом, он стоил $1,5 миллиона. Но сейчас я думаю, что цена это будет около 2,2 вот так. Да, около 2 миллионов. Около 2 миллионов. 2,100, 2,2 скорее всего. Это мы просто еще весь дом, с каждой комнатой цена дома будет расти. Ну хорошо, значит, давайте пройдем... Хочешь сначала показать детскую, раз мы на этой стороне? Да, конечно, давайте уже так по порядочку. Значит, проводи нас, хозяйка. Тут детская комната. У меня тут маленькая дочка живет, ей 1,5 года. Какая? Ну и у нее свой санузел и клозет. Ух, своя гардеробная, очень, очень уютная комната. Игрушек. А София часто в этой комнате спит? Или она, или это пока еще ну, на будущее? Она, можно наверное, все-таки к вам приходит чаще. Да. Да? Ну, я бы с удовольствием там пожила, пока София не вырастет. Я ей тоже каждый раз предлагаю, но она что-то пока Смотрите, еще не здесь у нас такой барный уголок с мини-кулером, с холодильничком, бокальчики. Тут мини-бар, а тут уже она. Вот это да, посмотрите. Да, на самом можно деле, заглянуть? Можно заглянуть. Конечно, да. Это у нас хобби с супругом. Посмотрите, ребята, вино. Что у нас здесь вообще. Боже мой. А вы его пьете или только коллекционируете? Пьем, да, и пополняем каждый раз. Так такое не выпить за всю жизнь. Смотрите, здесь персонализированные. Интересно. Welcome home. Welcome home. Это я сама делала вино в Калифорнии. Да? А это? То есть ты делал какая-то формула, что-то с чем-то смешивала? Да, нам несколько вид вин выдавали, мы их перемешивали, что нам нравилось, мы делали, а это супруг делал. То есть вы тестировали, перемешали, потестировали? В лаборатории. Вы там, наверное, хорошо время провели. Очень хорошо, запоминающий день. То есть эти бутылки, но эти наклейки на бутылке, это с чем-то они связаны, с какой-то частью вашей жизни, с какими-то событиями, да? Вот это вот за дочь. А здесь вот это по случаю чего был? А это супруг, ему нравится чемпс, от слова чемпион, а может быть и от слова шампанское. Ну, ясно. Да, ну коллекция, конечно, есть к чему стремиться в этой жизни, я тоже такой хочу. А здесь это у вас сигары или что здесь? А или нет, тоже тут вино? Раньше вино было, вино. Это просто коробки от вина. Я не знала, что с ними делать, а потом так сложила, и получился как декорация. Очень даже хорошо. Тут у меня офис, тут вот я как раз произвожу. Когда я тебе звоню, и твои клиенты звонят. Ты отсюда с нами общаешься. Вот как раз с этого местечка, да, я нахожусь. Здорово. Такая стеночка, украшенная различными поделками. Да, тут у нас в основном все сувениры, что мы привезли с разных стран. С других стран. После путешествий. Интересно. Я быстренько посмотрю. Это Таиланд, нет? Япония. А, Япония? Дубай, наверное, нет? Да, да. Мексика? Нет? Да. Вот, видишь? Я там тоже просто была, поэтому знаю. А вот это Китай? Перу. Перу, окей. Очень здорово, интересно. Вот это Япония, скорее всего, да? Да, ага, тоже Япония. Хорошо, значит, здесь офис Юли. Да. И здесь мы проходим в помещение. Тут мой тренажерный зал. Я когда COVID пришел, все позакрывали, и я вот взяла два разных тренажера, которые... Ну-ка, расскажи-ка нам про них. Этот называется Туннел, тут вы выбираете, чтобы понимали, не реклама, я выбираю любой профиль, для меня и для супруга, он тоже этим занимается. И тут можно выбрать любые классы, какие хотите. И вот тут equipment есть, то есть разные приборы можно сюда добавлять, вот еще разные другие насадки. И занимаешься с тренером, тебе показывает, что делать, и тут ну, можно заниматься как в тренажерном зале. Скажи, а вы часто занимаетесь? А то обычно тренажеры домашние используются в качестве вешалок. Я на самом деле, для меня это очень подходит, я каждое утро встаю хотя бы полчаса, минимум 6 раз в неделю, иногда даже 7 раз каждый день. Мне нужно позаниматься. Заряжаешься на день, да, и потом, а я и думаю, откуда у тебя столько энергии? Я Юле как не позвоню, она всегда энергичная, бодрая. То есть понятно. Мы задержались в этой комнате, очень интересно. И здесь кладовочка. Там просто кладовка и прачечная. Ах, прачечная? Ух ты, ничего себе, какое помещение. Просто, говорит, кладовка. Тоже есть раковина хозяйская. Хозяйственная. И тут у нас две спальни на этой стороне и два санузла. Один гостевой. И еще один гостевой. Подушечки немножко поменяли. Тут кто-то пришел в гости. Помял подушки. И еще одна спальня, сейчас она используется как офис, или как четвертая комната, сейчас офис супруга. По идее это считается как спальня, да? Да, поэтому только вы используете это как офис. В этом шлеме он работает? Готовится к Хэллоуину, очень основательно. Да, хороший офис с красивым видом. Да, можно сразу выйти и прыгнуть в бассейн. Так, у нас осталась самая главная хозяйская спальня и еще одна бонусная комната, которую вы увидите попозже. Поднимемся на второй этаж. Тут у нас еще один санузел, естественно. Ой, заходите. Давайте, я выйду, чтобы я вам не мешала. Ой, что я вижу здесь? Да. Посмотрите. Да, это моя была реакция тоже, когда я первый раз увидела. Думаю, это не вы поставили, она была. Нет, она уже была. Я сначала думала, что же с этим делать? Она как-то немножко как out of space выглядит, потому что вроде ты ее в ванной ожидаешь, а тут она стоит прям с видом. Я привыкла, и сейчас уже, ну, так вот как будто. А ты часто пользуешься? Часто пользуешься? На самом деле нет, очень редко. Очень красиво. Я смотрю, здесь тоже детская кроватка стоит, это да, куда да, малышка вот переползает ночами, да? Ну, можно сказать, она и отсюда не уходит. Слушай, скажи, пожалуйста, у вас жалюзи есть здесь? У вас открытые окна? Ну, если закрыть нужно от солнца. Есть, да, blinds, автоматические blinds, да, жалюзи, да, правильно. И окна у нас антихаррикейные, мы их вот буквально год назад. Все это вы меняли, да? Все меняли, да. Балкончик прям со спальни. Угу. Противоураганы, но тут у нас, в принципе, на острове и невозможно поставить любые другие окна. Угу. По правилам мы должны устанавливать. Старые окна все еще были простые, но теперь, если вы какие-то окна переделываете, ну, в принципе, логика в этом имеется. Да. Хорошо, пройдем здесь. Гардеробная. Я очень люблю заглядывать в чужие гардеробные. Все очень аккуратненько. Да, туфель как туфельки. Лагерь уже готов. Туфель как туфельки. Вы завтра, да, Юля завтра едет в Майами. Ну, теперь осталась еще одна бонусная комната. Так, что пройдемте туда. Красивые sky window, sky вот эти skylights, да. Витражные окна, прям очень много света приносят в дом. Очень много, но честно скажу, также много жары приносят, потому что летом особенно чувствуется. Да, бонусная комната у нас на улице. Тут у нас как бы летняя кухня, в основном просто гриль. Это мой проект был. Когда я смотрела дом первый раз, я увидела эту сторидж и сразу сказала, что это будет у меня тут сауна. То есть раньше здесь просто была помойка, свалка. Сторидж, свалка. Ничего себе, ты сделала сауну, можно я зайду? Ой. Ой, какой запах. Слушай, а ты пользуешься часто? Да, я сауну обожаю. Сауна и потом бассейн. Или сауна. Кстати, у вас есть вход, ты можешь поплавать с пирса? Если ты захочешь, или обычно у вас это не приветствуется? Возможно, но навряд ли мы сюда поплывем, потому что вода уже не такая, как на пляже. Ага, понятно. Ой, какая красивая вообще. Ты заказывала? Ты заказывала? Сауну полностью сделал папа мой. Папа сам? Да, у него золотые руки, он все делает сам. Все тоже делал сам. Папу надо одалживать на сауны, кстати. А почему бы ему такой бизнес не сделать? Очень аккуратно, очень профессионально, кстати, сделано. Ну, профессионал. Здесь летняя кухня. Кстати, вот барбекю хотя бы вы делаете? Да, супруг время от времени может что-то погрелить. Вот еще один вариант, как мы уже. А здесь что у вас? А тут у нас смокер. То есть иногда мы на гриле, иногда на смокер. У нас еще есть побольше смокер. Тут, ну, такое, с дымком. Тоже муж это делает, не по мне. Так, ну хорошо, здесь такой предбанничек небольшой. И проходим во двор. Мы поставили заборчик, потому что у нас маленький ребенок, да. Да, safety fence, да, называется. Бассейн мы сейчас накрыли, потому что уже ночью холодно и вода остывает. А у вас бассейн с подогревом? Да, он с подогревом, но когда мы накрытие ставим, то подогревать приходится совсем немножко, чтобы вода была теплая. И когда мы хотим покупаться, мы просто это открываем и купаемся. Мы сейчас, кстати, тоже собираемся покрыть бассейн. Есть какие-то пленки, они солнце притягивают, то есть они нагревают бассейн чисто тем, что эта пленка лежит на бассейне, Там какие-то слои специальные. Ну, вот это тоже у вас, наверное, есть, тоже, да? Вот тут вот слой, ага. Вот такие пупырышки, и она... То есть хорошо. Это еще как натурально нагреваемый, да. Бассейн. Посмотри, какой двор. Какой двор. У всех соседей лодки. Да. В тех кондо живут твои родители, да? Угу. Они вот так вот пешочком обходят к тебе и приходят, да. Приходят. А есть, интересно, дома, где вот нет пирса здесь? Вот прямо вот на вашей улице? Да, везде конечно. Есть практически или где-то нет? Есть, где-то и нету пирса. Да, ну, как правило, в основном везде есть. Ну да, если кто-то покупает в таком месте, то уже, ну, понятно, нужна лодка. Совершенно верно, да, потому что тогда зачем покупать? И платить столько денег, если нету пирса и лодки, потому что это, ну, в принципе, это самое большое... стиль жизни такой. Стиль жизни – самое большое преимущество. Тут, естественно, у нас можно чилить. Хотите чилить? Мы сейчас почилим. Хотите чилить здесь? Ну вот единственное, что у нас нет никакой правильности. Мы можем видеть все, что делают соседи. Ну вот так вот. Да. Вы, в принципе, можете живой забор посадить, но с другой стороны, знаешь, это такой стиль жизни, что ну, как бы все общаются на лодках, там иногда, наверное, выезжают вместе, там посреди где-нибудь. Выезжают вместе на лодках, вот у нас на озерах, например, на больших, все соседи собираются и как бы просто вечеринки устраивают, каждый на своей лодке, но они все вместе. Да, мы когда в другой комьюнити жили, у нас такое было, мы прям вечеринки устраивали с соседями. А тут как-то мы так, привет и до свидания, и все. А, ну, окей, еще не познакомились. Да. Ну, тут у нас просто каяки и педалборд висит. Ага. Вы плаваете на них? Часто? Нет, очень редко на самом деле. Я с такой лодкой, знаешь, с такой яхтой, как у вас, наверное, они бы у меня тоже для мебели висели. Юль, я не помню, если я называла, ребята, год постройки дома, 1965, по-моему, я не называла в начале. Но ты знаешь, у меня такое впечатление, что это какой-то современный дом, как будто его вот только недавно построили, вот честно. Ну да, многие думают, что он вообще новый. Потому что полностью все было перестроено в этом доме. Стиль такой, как модерн, современный модерн, что ли, и снаружи даже, и внутри. То есть это не выглядит каким-то там 65-х годов. И он был уже изначально такого метража, или он там какие-то достройки были, второй этаж или первый этаж? Да, видишь, хорошая заметочка. А часть дома, почти половина дома, вот весь второй этаж и все, что внизу, было достроено в 1984 году. Ну, а большой ремонт был проведен 5 лет назад. И перестроено было практически все. Ну вот сейчас мы еще поменяли окна и двери, то в принципе все в доме новое. То есть то, что мы увидели, эту шикарную кухню, красивые полы, это было все лет 5 назад переделано предыдущим владельцем, у которого вы купили этот дом. Да. Но уже современно, уже видно, уже есть какое-то чувство какой-то современности в доме. Я бы никогда не подумала, честно говоря, если бы я не прочитала, что он 65-го года. Да, да. Поэтому вот многие выбирают и хотят только новый дом. Ну, в некоторых районах это практически невозможно найти. Вот, допустим, у нас тут нету никаких земель, чтобы построить. Но вас можно только купить старый дом, его снести и уже построить новый, потому что земли здесь нет. А многие старые дома перестраивают, и они крепкие, их практически не отличить от новых домов. Ну вот смотри, оба этажа блочные. Да. Такое как бы сейчас в новых домах, там первый этаж блок. Ну вот, по крайней мере, у нас в Орландо, да, я не знаю, какой у вас строительный код здесь, но обычно это первый этаж блок, а второй деревянный каркас. Да, у нас тоже такое очень часто строительство попадается, но тут на пляже стараются все строить блочные этажи, первый и второй, вот, включая этот дом. Ну что ж, друзья. А теперь поедем на ланч и берем вас с нами. Нас капитан уже ждет, так что поехали на ланч. Разуваемся. Так, Ух ты! Располагайтесь, девчата, поудобнее. Ой, какая красота! Юля, это ваша лодка? Это наша лодка, да. Сколько такая лодка стоит? Ну вот именно эту мы купили относительно недавно, где-то почти год назад. О, новенькая. За 450. Ага. Сейчас они уже подороже. хранится. У вас есть какое-то место хранения или она постоянно стоит здесь у причала? Вот тут у нас лифт есть, то есть мы ее поднимаем, чтобы она в соленой воде не стояла. Когда в соленой воде стоит, это, конечно, плохо влияет на лодки. Ну да. А так мы поднимаем на лифте, накрываем ее, и все, она тут стоит. Когда захотели поехать в ресторан или просто на острова покупаться. Даже в ресторан? Да, есть сейчас мы едем в ресторан. Классно. Я думаю, покатаемся, зайдем в ресторанчик, покушаем. Здесь вы голодные? Ну, в принципе, да. Мы не завтракали. Мы к тебе очень спешили. И в ресторанах есть причалы, где вы можете причалить лодку. Вот я и хотела показать наш лайфстайл тут в Tampa Bay. Особенно вот тут у нас очень много, видите, домов. Сейчас будем проезжать, посмотрим. У многих свои причалы, лодки. Многие тут вот живут. И здесь живут по одной причине, чтобы жить на воде. Да, чтобы иметь класс. Это как мой муж любит говорить. Говорит, у тебя должен быть сосед с баней, а друг с лодкой. Да, да, да. У меня есть и баня, и лодка, так что в одном друг. Значит, у нас есть друг. С соседями и друзьями. Что осталось только переехать вот сюда. Так, все, капитан везет нас. Капитан Клей. Капитан Клей. Cheers! Cheers! Thank you, Clay Captain, for taking us on your beautiful boat and treating us with champagne and treating us as queens. Thank you. You might make us guys not to want to go home. That's always the point. Yeah, be careful with that. That's always the point. Thank you, my love. Cheers, girls. Nice to see you and have you here and host you here. Hopefully, you'll be back soon. Настоящий блогер в одной руке бокал, в другой камера. Поехали. Ну, пока тихо, можно что-то сказать. Не застал вас ураган? Не, нам очень повезло. Сначала он шел прям напрямую на нас. Мы даже уехали в Орландо. Правильно, молодцы, молодцы. Потому что обещали, что вода у нас поднимется. Мы думали, что вообще будет прям наводнение на первом этаже. Всю мебель подняли, собрались, уехали, не знали, что будет. И потом он перевернул вообще на Southeast Флориду. И, ну, конечно, жаль, что кто-то пострадал, да, нам очень повезло. Да, повезло, хорошо. Все в сохранности. Но что, у вас был просто дождь, да, сильный? Просто дождь и ветер, но у нас даже свет не отключили. О, да, вообще хорошо. Да. Мы вернулись на следующий день из Орландо. Прямо вот во время шторма мы были тут. О, я не могу. Какая красота, девчонки. помогаю мужу привязаться. Слушай, ну вообще классно. На лодке позавтракать пришли. Приплыли. Ой, извините, мешаюсь. Даже чипсы с трюфелями. Никогда таких не ели. Так, все, выходим. Так, капитан нас покидает. По совместительству муж Юли. Скажем ему пока. Посмотрите, пеликанчики там вот плавают. Вот они, пеликашки. Красавчики. Так, все, теперь я снимаю. Вот что мы заказали. Красота какая. Очень все диетично. Обратите внимание. И вот такая вот... Малокалорийно, можно сказать. Да, да, да. И вот такая ромовая диета у нас. Ведерко рома. И прекрасный вид. Значит, какая-то большая лодка пройдет. Да, какой-то парусник, который не помещается. Там мост достаточно высокий, но все равно у нас разводят их много. Да, прикольно, прикольно. Вот это вот, да, вот для этой штучки. Для вот этой маленькой. Так, ну вот, что мы покушали. Спускаемся на лодку. Ну что ж, друзья, сегодня мы побывали на райском острове, который находится на острове Сокровищ, и в этой жемчужине этого острова в доме Юлия. Я очень надеюсь, что вам понравился обзор так же, как он мне понравился. Больше уже невозможно. Я поняла, что в жизни все мои цели еще не исполнены. Теперь мне есть о чем желать. Я тоже хочу такой дом, такую яхту. Да, так что есть к чему стремиться. Еще есть красивее и больше, поверь мне. А мне не надо больше, не надо красивее. Вот, это очень красивый дом, Юля, вы молодцы, очень уютно и обустроили. Мне очень нравится, вот, что он светлый такой, и стены там не намазаны разными цветами, да, то есть он такой стильный, белый, красивый дом. И такая же светлая, красивая хозяйка этого дома. Спасибо большое. На этом мы с вами прощаемся, ребята. Я надеюсь, что вам понравилось побывать в гостях у Юли. Спасибо, что пришли в гости. Спасибо, что вы пришли, сделали обзор. Надеюсь, вы, телезрители, нашли этот обзор интересным. До следующих встреч. Пока. До свидания.